Дорогие друзья, я историк моды Александр Васильев. И, конечно, приглашаю вас всех на 19-й поволжский сезон в Самаре. Темой следующего 19-го поволжского сезона будет театр и мода, так как год 2019 объявлен годом театра. Я уверен, что вы сможете найти возможность соединить эти два движения без тривиальности, с большой фантазией, учитывая опыт театров разных стран, России, регионов, различных исторических моментов и жанров. Ведь в театре есть и драма, и опера, и мюзикл, и балет. Все это вместе может подарить вам массу вдохновения. Подумайте об этом хорошенько и сделайте верное решение.